В актовом зале Видновского художественно-технического лицея шумно и многолюдно. Здесь собрались те, кто выбрал для себя важную, почетную, трудную, но очень нужную профессию – учитель. В свой профессиональный праздник преподаватели услышали немало теплых слов и пожеланий. Работа ваша, работа такая нужная, такая благородная, не всегда, к сожалению, благодарная, наверное, по восприятию ваших подопечных. Это же не только 2х24, как было сказано, там и жиши, пиши с буквой «и». Это гораздо больше. Это и моральный принцип устой, это любовь к родине, которая прививается с молодых ногтей, и, в принципе, все то, что человек уже, неважно в каком возрасте, он понесет через всю свою жизнь. Более 40 педагогов, лучшие из лучших, были отмечены заслуженными наградами, почетными грамотами Министерства просвещения России и главы Ленинского городского округа. Я хочу, чтобы каждый из вас верил, что все нам под силу. Время ставит перед учителем все новые и новые вызовы, но мы достойно на них ответим. К нашему успеху мы пойдем вместе. С праздником вас! Не обошли вниманием и победители конкурсов профессионального мастерства. Им вручили денежные сертификаты. Среди награжденных учитель английского языка Видновской школы номер 7 Ирина Берстенева. В школе она трудится уже 15 лет. В своей работе особое внимание уделяет развитию творческого мышления. Наверное, это образ жизни и образ мыслей, потому что быть учителем – это не просто ходить и делать от и до свою работу, это каждый день быть важной, нужной, каждый день быть на связи и на одной волне с детьми и с родителями. 10 работникам системы образования вручили сертификаты на получение жилья. Среди счастливчиков – Виктория Никульшина, которая работает учителем начальных классов в Видновской школе номер 10 почти с открытия. Недавно в ее семье случилось пополнение, поэтому новая квартира как никогда актуальна. Несмотря на хлопоты с младенцем, молодая мама с нетерпением ждет, когда же сможет выйти снова на работу. Это больше, чем призвание, это жизнь. Я очень люблю свою работу, люблю своих детей, люблю родителей. Очень рада, что я в этой профессии. И жду с нетерпением каждый день, чтобы пойти на работу. Награждение наиболее отличившихся педагогов чередовались с зажигательными танцами и музыкальными поздравлениями. Пусть День учителя отмечается лишь раз в году, для настоящего педагога с большой буквы каждый рабочий день – праздник, а каждая поставленная пятерка – маленькая личная победа. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.